Сегодня мы будем закрывать с вами ряд. Представим, что это наше плечо. Будем закрывать его декоративной косичкой. Можно его закрыть просто трикотажным швом, можно закрыть другими способами. Сейчас я вам покажу, как его можно закрыть декоративной косичкой. Вот смотрите, у нас две спицы. Открытое вязание, мы ничего не закрывали. У нас два образца. Смотрите, чтобы две изнанки были вместе, чтобы лицевые петли у нас были на внешней стороне. Смотрите, значит, берем первые две петли с передней и задней спицы, следим, чтобы здесь образовывалась буковка О, то есть петля была бабушкина, и провязываем две петли вместе. И снимаем их. Дальше мы также смотрим, чтобы у нас вот эта петля на передней спице была не вот таким образом одета, не за переднюю, вернее, не за заднюю стенку, а за переднюю, видите? Мы натягиваем, тут мы ее провязываем. И уже провязаны две петли, протягиваем через первую, вторую петлю через первую. Дальше мы вяжем также, провязывая две петли вместе и протягивая вот эту петлю за первую петлю, сквозь первую, правильно сказать. Видите, буковка О образуется. Передняя стеночка здесь, задняя здесь. Здесь мы вот туда просовываем спицу, за вторую подтягиваем лицевыми, можно изнаночными, кому как нравится, и вытягиваем. У нас образуется вот такая косичка при закрытии. И вот это протягиваем вот. И натягиваем. Главное, чтобы у нас было еще и натяжение. Это называется закрытие тремя спицами. Вот у нас получается вот такой вот край в виде косички. Следим, чтобы вот эта вот первая петля была в виде буквы О. А здесь мы цепляем за переднюю стеночку. Вытягиваем. И сквозь эту первую протягиваем провязанную петлю и затягиваем ее поплотнее. Дальше опять буковка О, протягиваем сквозь две петельки, и вот через эту нам нужно протянуть нашу образовавшуюся петлю. Здесь мы ее по возможности сильнее подтягиваем. Но чтобы не так сильно, чтобы плечо у нас не бугрилось. Дальше.
не буду говорить, что количество петель наших полочек должно быть одинаковое, чтобы при закрытии у нас все сошлось и не остались лишние петли. Буковка У протягиваем за переднюю вторую петлю и вот эту вот вновь образующуюся протягиваем через первую петлю. Вот у нас такая косичка. Вот так у нас получилось сшить плечевой шов. Видите, с двух сторон. Посередине у нас косичка. Вот так он выглядит. Это декоративный шов. Аккуратный достаточно. Выглядит он при нормальной толщине нитки. У меня просто очень толстая нитка, он так выпирает. А при нормальной он не так будет выпирать. Пользуйтесь.